Мы готовы взаимодействовать с аудиторией. Приветствую, друзья. У нас с пометкой срочно новости. Да. Ребят, вы нам написали, что у нас сделан неправильно прием OneFlu. На самом деле он просто модифицирован немножко по-другому. Мы специально для вас сейчас его снимем в классическом варианте. FUA – тот самый магазин для спорта. Итак, вот я упал в таком положении, как сейчас, да, ноги сверху, да. Он тоже меня не контролит сейчас. Мы сейчас не говорим о том, что меня контролит. Так, значит, вот в этом вот положении. Не так, как в прошлый раз. В прошлый раз я упал вот так с Максом. Сейчас я упал в эту сторону. С этой стороны мне проще уйти в левую сторону. Сюда. Взять боковое удержание. Замочек прикрыть. Соответственно, у меня уже левое плечо сейчас загрузится. И что я могу делать? Я просто подниму ноги вверх и буду идти относительно него в левую сторону. То есть влево и загружать. Вот, все, прием сделан. Тут есть еще одна модификация, когда вы не просто ногой закидываете, а корпус переворачиваете, то есть как бы мастите, где самое большое давление происходит на него. Очень, вот это прям вообще максимальное было. То есть это один и тот же прием с другого положения, и все. Ну да. Это, смотри... Техника та же, ничего не поменялось. Смотрите, друзья, когда вы падаете... Во время поединка у вас разная может быть ситуация сложиться, что вы можете ногами либо туда упасть, либо туда упасть. И из каждой ситуации надо выкрутиться и сделать этот прием. Это так же самое, как армбар тянуть, закидывать две ноги сюда, либо одна нога под плечом, а одна нога на нем. Это такое же самое. Все равно вы делаете армбар и это в этом случае. Да, суть та же. Если он меня ногами не фиксирует, когда упал со мной, то я могу двигаться. То есть его задача это зафиксировать меня ногами, чтобы я не мог проводить подобного рода как бы манипуляции. Ну и даже если вот ноги у тебя были в прошлом ролике, давай напомним с противоположной стороны. Да. Вот с этой стороны. Да я загружался сюда. И тоже его душу. И от того, что я перейду сюда, и тоже его буду душить. Мало чего поменяется. Короче, OneFlu только в двух вариациях. И работает и стой, и стой. Если не верите, можете сделать, проверить. Друзья, есть один и тот же прием в разном исполнении. На самом деле модификаций одного и того же приема может быть очень много. Разные бойцы по-разному преподносят одну и ту же самую технику. У них по-разному это получается в зависимости от стиля боя. Там упал так, тут перевернулся. Это не меняет сути дела. Техника все равно одинаковая. Альберт, спасибо тебе большое. Надеюсь, ты успокоился. Однозначно. Успокоился. В общем, друзья, если у вас есть какие-то сомнения, то можно прийти на тренировки к Альберту и это все дело проверить. Но если перед тем, как прийти на тренировку, вам нужна качественная экипировка, так что все в нашем интернет-магазине. До встречи. FUA – тот самый магазин для спорта.